Мой лучший друг Луи и Ирен женятся. Будем. Спасибо, приятель. Впервые увидев Луиса, не было интереса. Он наблюдал, а потом пожал руку. Нервничаешь? Почему она должна нервничать? Девушки на бокс-вечеринки не ходят. Он друг М. Он смеялся над шутками, целовал в щеку. Зачем здесь Ирен? Бессмысленно. Не нужно волноваться. Не понимаешь, что это, да? Знаешь что? Мы властвовали над тобой. Мальчишки властвуют над тобой. Чем сильнее упорствуешь, тем хуже все. Больше всего на свете. Я люблю Луи. Да, у меня много дел. Да. Не так я хотел, чтобы все прошло. Не повезло. Когда сказал ребятам, что вы приедете, они обрадовались.